Слушайте, ну зимой, конечно, по-другому все совсем смотрится. Летом вот с вами сюда тоже, может быть, постараемся попасть. Такие, смотрите, тут ступенечки. Такая она совсем по-другому выглядит. Такая классная она. Напоминает советские времена. Прокрашена еще с советских времен, наверное. А вот эта вот карусель, помните? Она крутится очень быстро. Она в парке Гагарина была раньше. А вот это, я помню, ребенком пытался из нее вылезти, встать во время крутения. У меня не получалось. Быстро-быстро она там, ну, как-то так крутится. И... Надо попробовать, кстати, интересно. Ощущение. Надо бы летом сюда сходить. Мы каждый год с Женей летом ходим на карусели, катаемся вместе вдвоем на каруселях, вспоминая свою детскую жизнь, молодость свою. Пока что еще без Димы. Дима еще пока что маленький. Вот тут сломался чуть-чуть. Ломаются крыши. Такой уже мрак. Начинает темнеть постепенно. Так классно здесь. Прям уходить не хочется. Фонарики как красиво горят. И тут тоже красота. Кругом красота, но надо же. Сфоткал, он не еще успела. Ярко загорелся. Он любит, когда его фоткают. Папарацци, да? Он красивый. Такой яркий-яркий. Через камеру интересно смотрится, как будто вокруг у него какой-то такой шар. Сфоткал? Красивый. Женька аж прямо убежала от меня за целый километр. Не села, то есть... А там смотри, на лавочке что-то написано. Что там? 170-летие Самарской губернии. А, это памятник Самарской губернии. Ну да, красивый. Красивый, неплохо смотрится. Со всеми фонариками. Он беленький, а все фонарики желтенькие. Да? Ты заметил? Да. Чтоб внимание привлечься. Ну и все, наше с вами путешествие в загородном парке начинает подходить к концу. Прекраснейшими вот этими деревьями, которые опилили, которые растут и в скором времени, лет через 20, ну ладно, может через 5-10, будут довольно красивыми. Вон там находится постройка, в которой написано «Загородный парк». Кстати, ну с этой стороны кажется, как будто иностранные какие-то буквы. Буква «И» превратилась в букву «Н». А, батарея села. Я не успела договорить. Поменяла батарейку, говорю. О, велосипед. А я не пойму, что звенит там вдалеке. Думаю, лошадь едет. На этой прекрасной ноте мы будем с вами заканчивать. А там какая-то машина. А, там фотосессия. Скорее всего. Откуда же мы не взяли машину? Наверное, за большие деньги просто приволокли ее. Фотосессия какая-то. Давай посмотрим. Фотосессия? А, фотосессия. Возле машины. Можно, в принципе, фоткать. Да, я можно? Конечно, откуда они ее приволокли? А что это, да? Она была, что ли, здесь? Ну, как будто ее поставили. Приехали, поставили. И все. Да? Красиво. Можно фоткаться, они сказали? Ну, сказали, но я не хочу соединиться. Я хотел машину сфоткать. Ну, ладно. Думал, что они там... Ну так, мне кажется, растащили просто все. Давай. Смотрите, мы уже вышли из парка, нашли там фотосессию. Нам вообще машинку, оказывается, пригоняют. Привозят, вернее, сюда. Такая красная машина. Сейчас я там снимала, вы, наверное, видели. И так офигенно смотрится. Не знаю, надо нам вместе с Женькой тоже фотосессию заказать, наверное. А то у нас совместных фоток с ним практически нету. Тут он как классно. Как офигенно. Женя говорит, вот этот бриллиант ему понравился. А мне вот шишка понравилась. Наверное, это просто шишка? Я...
Я думал, бриллиант. Подожди, а тебе какой бриллиант ты говоришь? Я думал, камень драгоценный. Вот этот, а тебе? Это или тебе вон тот? Вон... Мне вот этот понравился. А, вот это? Шишка, да. Вот этот тебе понравился? Да. А, я думал, тебе понравилась вон та. Я хотела сказать, я проще, настолько проще тебя, что ли я? Ну, пойдем. Вот там дерево, кстати. Дерево вон там красивое. Смотрите, орешки стали продавать. Большие. Орех бразильский. 400 рублей. Кстати, очень вкусные. Ананас сушеный. Тайская гвинья, папайя.